Здорово, мужик. На связи Шамшурин. И сейчас поговорим вообще о том, что нужно включать мозги во время соблазнения. Некоторые вот делают так вот, парни, насколько я понимаю, из того, что они пишут мне, из тех вопросов, которые они задают. То есть они одно и то же делают по много раз, получают какие-то отказы, обломы и продолжают делать опять то же самое по много раз. То есть, ребята, надо включать мозги. Вот. И как бы, что хочу рассказать в этом видео. То есть я хочу рассказать на примерах, как знакомиться, допустим, в метро, в магазине и так далее. Что касается девушки. То есть у женщин есть два самых больших страха по отношению к мужчинам. Касающихся мужчин. Первый страх, самый сильный страх любой женщины. Это страх показаться непривлекательной в глазах мужчины, некрасивой. И второй страх у женщины, чуть более значительный, но тоже очень важный, это страх показаться излишне доступной, легко доступной в глазах окружающих, в глазах общества. Этот страх на самом деле мешает женщинам жить, он усложняет им жизнь, и они сами себе чего-то не разрешают, только по той причине, что у них есть вот этот вот страх. Итак, смотри. Например, знакомство в метро. То есть вот ты сидишь в метро в вагоне, девушка смотрит на тебя, даже, может быть, улыбается где-то напротив. И ты думаешь, о, круто, сейчас я пойду к ней. То есть подходишь там, взяв себя за яйца, и ну, открываешь, начинаешь общаться, и как к твоему удивлению, она тебя сливает. То есть она не дает тебе телефон. Да, она мило, нормально общается, но телефон она не дала. Что происходит? То есть в голове этой девушки такая картина. То есть ей кажется, что сейчас абсолютно все окружающие, кто вот сидят, стоят в этом вагоне, потому что они там все-таки стационарно стоят, что они все смотрят только на нее, вот, да, и на этого парня, и оценивают ее на предмет ее доступности. То есть в их глазах она не хочет выглядеть доступной, поэтому ей проще тебе отказать, даже если ей ты понравился. Если же ты подходишь к этой девушке, тихонечко спрашиваешь, там, привет, там, все негромко. Докуда ты едешь? Она говорит, я вот на следующий выхожу. Ты говоришь, отлично, ну, я тоже, хотя даже, может быть, тебе дальше ехать. Вот. И, то есть, ты, самое главное, подходи, если уж ты решил подойти в вагоне, подходи, общайся очень негромко, тихонечко, чтобы никто не слышал. Не распускай руки, не надо ее там сразу хватать за руки, трогать, нюхать и так далее. Ты дожидаешься, пока девушка выйдет из вагона. Ты выходишь за ней, и вот здесь уже вот на перроне, на станции, на платформе, с ней будет общаться гораздо проще и легче. То есть она позволит самой себе и тебе гораздо больше, чем в вагоне. То есть она тебе даст телефон, да, она будет с тобой классно общаться, там, она будет позволять тебе держать себя за руку. Только по той причине, что здесь ей кажется, что все люди куда-то бегут, там, куда-то несутся, ходят мимо и на нее не смотрят. То есть здесь у нее нет ощущения, что на нее смотрят все. И она не боится показаться излишне доступной. Поэтому, мужик, включай мозги, например, когда ты знакомишься в транспорте или в метро, ты должен учитывать, что у женщины есть вот такой страх. Например, следующее. Ты подходишь к девушке, она сидит там с подругами со своими, там, допустим, 4-5 подруг за столом. Ты подходишь, начинаешь общаться, девушка классная, но вот она тебя почему-то сливает, хотя она вроде бы на тебя даже там поглядывала и так далее. И весь прикол в том, что если какие-то подружки, то обязательно найдется какая-нибудь одна унылая мразь, которая будет тебе говорить там, что вы хотите, отвалите от нас там, издеваться над тобой там и так далее. То есть она будет тебя сливать. И прикол в том, что для девушки важно не показаться доступной, даже не только в глазах каких-то незнакомых людей, а даже в глазах своих подруг. Их мнение этих подруг, хотя половина из них тупые курицы, оно важно для этой девушки. Поэтому ей проще тебя слить, тем более, если уж та там какая-то унылая тварь, у которой не было секса 3 года, тебя сливает. То есть потом, если она даст тебе телефон, она, ну, та подруга будет ее заебывать, говорит, ты что, ты как там и так далее. То есть, если такая ситуация, да, что девушки в компании подруг, как открывать подруг, я уже рассказывал в одном из видео на улице. Если они сидят, я сейчас имею в виду, в компании подруг она сидит,
то либо ты подходишь, да, и сначала общаешься со всеми, как бы не выделяя никого, там, постоял рядом, поугарал там со всеми, а потом выделяешь свою и потихонечку пытаешься вытащить из-за стола. Вот. Либо ты ждешь, допустим, когда она выйдет из-за стола, там, например, ждешь, когда она пойдет в туалет, она встает. Даже если ты подошел, и тебя слили, обломался, ты все равно ждешь, когда она пойдет в туалет. Она встает, идет в туалет, ты ловишь ее там, либо, может быть, даже заходишь за ней в кабинку, как мы делали это. Ну, не в кабинку, а в сам женский туалет, как мы делали это раньше, по молодости. Вот. И там уже она на тебя будет реагировать гораздо более хорошо, чем вот при подругах. И еще один момент, допустим, ты подходишь в магазине, в торговом центре, только не в самом вот торговом центре, а именно в отделе. То есть ты увидел девушку. Там нужно действовать как? То есть ты подходишь и негромко с ней разговариваешь, причем выбираешь момент, когда от нее отойдут все продавцы и так далее. Потому что там примерно по аналогии с метро. То есть у девушки есть ощущение, что все сейчас на нее смотрят, вот эти продавцы. А продавцы действительно смотрят, они там ждут, когда к ней подойти нужно будет. Что они ее оценивают, и тут какой-то парень подошел, и я вот, не знаю, че я на него поведусь, что ли, типа, и покажусь им шлюхой. Нет, я так не хочу. Вот. Соответственно, как делать в магазине? Подходишь, тихонечко открываешь, негромко. Говоришь, ты очень классно выглядишь, там, ну, бросаешь какую-то фразу в стиле, там, ты очень необычная девушка, потому что у тебя то-то, то-то. То есть цепляешь ее прямо на первых секундах. А потом говоришь, ты знаешь, а давай выйдем буквально на секундочку в коридор, вот, я хочу с тобой пообщаться пару минут. Здесь просто не очень комфортно. И либо за ручку ее берешь, либо тихонечко за локоток, вот, и тянешь ее в коридор. То есть также вероятность, как и везде, во всех подходах, вообще во всем пикапе, ну, как примерно 50 на 50. То есть, возможно, она с тобой пойдет, возможно, нет. То есть, если не пойдет, то либо ты ее не заинтересовал, либо она, вот этот вот страх показаться доступной перед продавцами, он сильнее, чем вот ее желание. Значит, она просто глупая телка. То есть научись действовать мягко, научись включать мозги. Не то, что ты везде тупо подходишь и всем говоришь одно и то же там. Сразу открываешь там, ты мне нравишься, да, иди сюда. То есть, если ты хочешь действительно эффективно соблазнять и получать какой-то результат, эффективно знакомиться, эффективно брать телефоны, то реально, мужик, научись включать мозги. Такая вот фигня. Вот. Ну, собственно, все, что я хотел сказать. Пока.